Всем доброго времени суток, ребята. Вместе с вами я Блокэт. Это PUBG Mobile Lite. Типа пародия. И в эту версию играю. Довольно уже пару месяцев, но большую часть играл в оригинал. Сейчас зайдем, посмотрим, что да как. Жалко. Жалко. Сюда, что ли? Нет, лучше сюда. В этой версии части Mobile Lite, наверное, нет русских. Сколько бы я ни играл тут, ни разу не встретил русского. Ни разу. Арабы, 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 арабы. И этот турки, арабы, но ни одного этого не встретил. Русского. Русскоязычного не встретил ни разу. Наверное, сейчас сдохну. Графика в этой части хавно. Рядом уже кто-то гуляет. Бля, лагает очень сильно. Узиху беру, узиху. Ну и где он? Ну что, не видишь меня? Дэмэн, иди ты сюда. Куда ты? Все улечи. Че он там матерится?
Durak şöyle. Ya Tekledim, oradan adamı öldürecektim ben. Oh. Странно. А, я калаш взял. Нормально. Зашел только в один дом. А уже... Так, нам этот не нужен. Напрыгай. Лежать. Эй, сука. Прошло 6 минут. А тут пишет, время выживания 3 минуты. Окей, 6 минут. Такой шанс был. عايزين ايفون عم نطلع نصور فيه، والله صور زي الزفت اليوم وحشة. ليش على ايش نعمل؟ طيب Прыгаем вот сюда. Вот. Нет. А куда его отстань. Проморгал. Круто. Я думаю, что кто-то есть. Thank you.
Ненавижу эту снайпу. Обыщем все, потом свалим. Зачем мне пистолет? Он так бесполезен. Может... Камень. Так, не нужно, ничего не нужного. Мне нужен прицел, блин. Ну, 6x. Нет, не думаю, это снайпа. Но нет. У меня уже дофига патронов. Там дроп. Дымовая. Ну, слушайте его, я мало говорю. Будете слушать его. Их. Дебилы. Кричите. И тут нету. Они далеко от меня, но не так уж далеко. Энергетик. Нормально. Там дроп ближе, да? Да. Он очень близко ко мне. А, 2x. Еще рядом кто-то есть. Все. Заткнули. А где я? Скоро зона. Скоро зона. Бежим.
Так. Может, болото? А, я сейчас сдохну. Блин, надо болото как-то проскочить. Там машина есть. А тут броник. Второго уровня. Я не хочу туда. Пусть тебе кто-нибудь там убьет, блин. Муха. Ну ладно, побежали. Хотя... خلي بالك هتلاقي عنده ناس اهو تهزه بيلي تمشي لوحده يعني بات بيلي روح روح لسه بعيد переоценил себя. Но в эту версию я вообще не умею играть, когда графика какая-то не такая, и когда целишься во врага, он фиксируется на враге и начинает идти за ней. Я не знаю, как это вам объяснить. Кто играл, тот поймет. Это вообще не неудобно. Как мобайле на первой части, короче, на оригинале, люди в разминке начинают орать, кричать и такое, а во время игры все молчат. А тут наоборот. На разминке все молчат, а во время игры все орут. Второй, четвертый спустился. Остался только я. 8, 7, 6. Сейчас возьму оружие какое-нибудь и свалю на баги. Если, конечно же, не переконят меня. Бинт. Давай.
Надо М-ку. Надо М-ку поменять на что? А вот у меня есть уже калаш, прицелочек. А у меня уж... Блин, мне бы снайпу сейчас найти. А что у меня есть? Ничего. Все, каска третьего уровня, шлем, то есть. И рядом кто-то бродит. Мне страшно. Он подошел ко мне, стоит. Типа меня пожалел, что ли. Блин, бомж какой-то. Прицела нет у него. Где баги? Вот он. Берем и сваливаем. Вот сюда. А вот он. Он стреляет. Он опять вышел. Полежи немножко. Сейчас приду. Ну, то есть приеду. Это месть. Успею ли я? Ну-ка. Операция по спасению. Блин, его убили. Дрифт в папке.
Кажется, я влип. Медленно сваливаем. Меня тут нету. Вы сами по себе. Через реку надо свалить. Вот сюда вот. Черт, заметили. Черт. Если вам понравился ролик, ставьте лайк. Если нет, так и дизлайк. Блин, нет. Сука. Вообще не везет мне. Пока-пока.